самая болезненная тема для любой женщины — это все-таки роддом. Потому что в роддоме, поверьте, не только детки рождаются. В роддоме рождаются папа и мама. В роддоме рождаются бабушки и дедушки. И роддом — это, ну, просто клондайк для юмориста. Вот скорая помощь привезла роженицу! Роженицу привезла скорая помощь! У нее живот на полулице. Пупок упирается доктору в очки. И она уже орет, не переставая орет. А доктор спокойно так говорит: женщина, прекратите кричать. Объясните внятно, на что вы жалуетесь? Так, спокойно. Фамилия. Номер страхового полюса. Группа крови. В роду беременные были? А в это время под окнами собирается группка новоиспеченных отцов. Это просто картина маслом. Это грачи прилетели. Ура! 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 У меня сын! Четвертый подряд сын! Ара, слушай, как это получается, а? У тебя 4 мальчика подряд, у меня 4 девочки, а? Слушай, брат, помоги! А в палатах в это время кипят совершенно иные страсти. Поверьте, совершенно иные страсти в это время в палатах кипят. Да чтобы я! Да еще раз! Выйду отсюда вообще, отправлю его в гараж спать! Гараж, хорошо бы в гараж! А моего нельзя в гараж, девочки, нельзя моего в гараж. За моим глаз да глаз нужен. Только и моргнешь, а у него уже романы на стороне. Да ты чё? Глянь, как в жизни бывает, девчонки. Романы на стороне. А у моего никогда на стороне романов не было. Я тебе говорю, не было, я точно знаю, не было. Не было. Гали были. Таньки, Ленки, Светки, все было. Романов не было, Бог миловал. Свет, ну скажи честно, Ты своему изменяешь? Ты чё? Нет, конечно. Мне мамка сразу все объяснила. Она, знаешь, что мне сказала? Говорит: Света, запомни. Если во время этого... А мужу думать, измены не засчитывается. Ой, девочки, я прямо не знаю, что делать. Мой вот как с ума сошел, ей-богу. Который год за мной ходит, давай с тобой разводиться. Разводиться с тобой хочу. Хочу с тобой разводиться, когда разводиться с тобою будем. Я говорю: ты чё? Погляди, в хате 5 детей. Куда нам еще разводиться? Ой, девочки, не знаю, господи, страшно-то как мне, девочки, я первый раз рожаю. Страшно мне, господи, как же рожать-то буду. Еще и роддом такой, то света нет, то воды, то света, как же рожать-то? Ой, ну чё ты, успокойся, родишь, все родят, и ты родишь. Ты, главное, кричи погромче. Громко кричи, чтобы они с нужной стороны подошли. А то вон Ленка со второй палаты молчала, а они ей гланды вырезали. Ой, девчонки, а говорят, в прошлом году жена одного полковника рожала. Не поверите, такой порядок в роддоме был. Пыль вытерли даже с крыши.
Сколько же она им заплатила? Ай, сколько, сколько, нисколько! Нисколько, девочки! Пока она рожала, муж над роддомом летал на бомбардировщики! Ой, девчонки, а я не знаю, что делать, не знаю. Прямо вот не знаю. Мой не взлюбил малого. Вот не взлюбил и все. Ну, прямо не знаю, девочки. Жучит его каждый день. Прямо с самого утра начинает его пугать. Тот только глаза откроет, а он ему: ешь кашу, а то тютюн не вырастет. Говорю, кашу ешь, не вырастет тютюн. Я ему говорю: что ты малому говоришь? Что ты его пугаешь? Самому надо было в детстве кашу есть. А в это время под окнами: Галя! Родила! Да! Кого? Мальчика! А на кого похож? А ты его не знаешь! И над всем этим разносится только что прорезавшийся счастливый детский крик. Вот все-таки удивительное место. Родильный дом. Удивительное. Ведь именно отсюда нам с вами улыбается наше будущее.